Так, друзья, есть у меня какая-то странная находочка. Вот такая, говорю, Юрий, свинцовая монета. Смотри, как монета, да? Вот я думал, монетка, а оказывается, что-то свинцовое. Видишь? Да, не просто свинец. Свинца кусочек. Ну, древний, видишь, какой патень. Вот такая думаю, вот. Думаю, уже пломба, да. Да. Ну, ладно, думаю, покажу. Берем, идем дальше.